нас сегодня ночью распустились пальмовые цветы. Это какое чудо, посмотрите. Ай, какая прелесть. И я даже чувствую их аромат. Налетает на мою террасу. Я не знаю, правда или нет. Пахнут они так. Или это мне, у меня просто... Это галлюцинации такие ароматические. Потому что я настолько верю, что эти цветы пахнут, что я чувствую их аромат. А сегодня за ночь распустилась другая веточка. Вон они, цветочки такие. И здесь очень много этих веточек, которые будут распускаться. Скоро эта пальма будет стоять вся в цветах. Скоро она будет нарядная-нарядная, как елочка в Новый год. А вот здесь растет драконовое дерево. Это очень знаменитое дерево, потому что на Тенерифе есть такое специальное место, где туристы приезжают смотреть на драконовое дерево. Вот там еще стоит драконовое дерево. Я их поближе сниму. Это наш оазис здесь. У нас под террасы сразу же. Очень красивые, ухоженные зеленые растения. И вот это драконовое дерево. Но оно молодое еще. А то место, где посещают туристы, ему за 1000 лет говорят. Не знаю, правда или нет, но так говорят. Вот это драконовое дерево на Тенерифе, которого паломничество совершается. А это в нашем оазисе такое драконовое дерево растет. Посмотрите, оно внутри все пустое практически стало. Видимо, оно не доживет до 1000 лет, это точно. А это то другое, которое я вам хотела показать. Оно тоже практически пустое. Я хотела показать драконовую кровь, но только можно увидеть следы от этой крови. Видите, красные там пятна. А что такое драконовая кровь? Это сок дерева. Этот сок имеет красный цвет, очень интенсивный красный цвет. И этот сок используют для получения красителей, для получения косметики, лекарств. В общем, используется очень широко это средство. И даже из сухих листьев тоже получает краситель. Не могла пройти мимо эвкалиптов. Посмотрите, какие мощные эвкалипты. И у них тоже внутренняя поверхность коры имеет красный цвет. Шикарные деревья. Мне всегда жаль, что моя камера не отражает достаточно хорошо то, что хочется показать. Везде как бы кровавые подтеки. Видите, здесь дупло, наверху дупла тоже красный ободок. Засохшая кровь этого дерева. Но почему у них у всех она красная? Это же интересно. Видимо, они питаются из земли, идет этот оттенок, придают оттенок соку деревьев. Возможно, много железа. А здесь зашла я в чайную отметить день рождения моего внука. Он не со мной, он далеко. Но год назад мы были здесь тоже. Ели тортик и отмечали день рождения. И сегодня я в память об этом тоже решила зайти и позавтракать. С воспоминаниями, с приятными воспоминаниями
о моем внуке, о моих детях. Всем чудесного дня!